Знаете, какое испытание вам всем предстоит? Сколько километров нужно пройти? Говорят, 5. Блин, он знает. Я была уже. А вы уже здесь были? Да. Подняться к самому большому изображению Будды в России – нелегкая, но увлекательная задача, которую поставили перед работниками Улан-Удэ-Стальмост. Для заводчан это совместный отдых наподобие тимбилдинга. Он поможет не просто отвлечься от рутины и городской суеты, но и подружиться с коллегами. Цель была намечена, надо ее достигнуть. Тебе легко идти? Да. Мне нет. Тебе нет? Почему? Очень тяжело. Я с тобой согласна, давай пятюнечку. Мне тоже тяжело. У кого какая должность на заводе? Как давно вы там работаете? А я в июле ровно 20 лет будет, как я на заводе работаю. 20 лет? Да, 2002 году. Ничего себе. Да. А вон я машинист мостового крана. Я вообще 46-й год. Не со дня еще. Это сколько вам было лет, когда вы пришли? 18-19. Несправедливо, да? Да-да, абсолютно верно. Ну давай, рюкзак. Одень его. Что вы там все кушаете? Перекусываем, пуштяк, это на свежем воздухе. И никто не говорит, что? Перекус, бутерброд. Бутеры, печеньки. Каждый отчитался. Как вам понравился этот подъем? Что вы чувствуете сейчас? Адреналин. Блаженство, просто блаженство. И мы чувствуем гордость за себя, что мы молодцы, мы добрались, мы выдержали. Пойдемте там, вообще красиво фотографироваться. Мы горды собой, да, абсолютно. Это был очень трудный путь. Буквально 10 минут назад поднялись, а сейчас уже ни одышки, ничего. Готовы заново совершать подвиги. Куда походить? Интервью. А чего боитесь-то? Никто ничего не боится. Как вам такой подарочек от завода? Как отлично. Взбодрили тела свои и души. Поднялись на высокую гору. Очень даже высокую. Восторг однозначно. Восторг, согласны? Облегчение, как минимум. И? Ну, помимо гордости, свобода, наверное. Прямо какая-то свобода, окрыляющая на высоте. Мне 64. 64. Вот, вам 64. Вот, уже, да, да, поднялась. Причем вы еще не жалуетесь, что трудно? Мне ничего, нормально шла. С большой благодарностью заводу, руководство, что нас сюда вывез. Пойдемте сюда. Стальмост, пошли на Будду, общее фото. 3, 4. Кто-нибудь знает дальше что? Как, что по плану? Дальше обед. А мы спустимся. Спуск и обед. Спуск и обед. Ну что, пойдемте дальше? Спуск хороший, а подниматься тяжеловато, конечно. Что это вы нашли? Посох. Гэндальфа. Мы организовали автобус, организовали питание и просто взяли с собой хорошее настроение. Мы сегодня посчитали, что это примерно 7% от всего нашего коллектива. Решили для сплочения организации, для какого-то совместного похода, для дружеских отношений. Мы взяли просто без особого повода, организовались и поехали.